Приветствую вас на канале Мусолимп. Форд Куга у нас в работе. Шумоизоляцию делаем в автомобиле. Разобрали салон. Хотим вам показать штатную шумоизоляцию. Это непосредственно в двери вот такого плана. Основная часть, конечно, пустая. И шум очевиден. Ну, также салон. В салоне на полу ничего нет. Небольшие кусочки вот такого плана находятся в нем. В багажнике. Вот такой пласт положили. Ну, арка, соответственно, пустая. Полностью пустая. Нету ничего. Ни кусочка. Все прокатаем обязательно. Перед этим обезжирим, помоем. С правой стороны не отличается штатная шумоизоляция в Куге, поэтому все одинаково. Шумный автомобиль, к сожалению, шумный. Все, всем спасибо, пока-пока.